Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Unkillet. И давайте посмотрим, что нам выпадет из этого сундучка Вольфпак. Так, три карточки. Бесконечные патроны, бегун, одна карточка и МП-вспышка. То есть это получается какая-то граната. Так, ну соответственно здесь, ребята, мы все будем забирать. Все, что у нас выполнено, это враг уничтожен. И вот здесь вот Мигель. Хорошо. Так, а вот сюда сразу же и отправим, чтобы время, как говорится, лишнее не терять. Так, Мерлина тоже будем атаковать. Вроде бы здесь разобрались. Ну что же, я думаю, что пора переходить нам на основную сюжетную линию. Скоро у нас, как вы помните, будет открыт пятый. Так, что такое? Переключиться? Низкая мощность, ребята, у томагавка, блин. Что же делать? Оу, как дорого все стоит здесь. Хе-хей. По ходу дела мне опять не светит пройти эту миссию на 3 звезды. Ладно, будем пробовать тогда так. Ну, ножик у нас тут слабый. Нет смысла менять. Ладно, ребят, давайте тогда начинать уже. Мы установим тут защитный периметр. Глава отряда свистит. Штаб хочет, чтобы мы вернули дрона? Штабу нужны данные. Собери их, а потом подорви дронов. И уничтожьте входы в метро, оттуда лезут зомби. Пора здорово бабахнуть. Это уж точно. И этим мы сейчас займемся. Командование хочет зачистить это место. Крутотень. Ну, как сказать. Короче, ребята, у меня почти 2 минуты. Мне нужно убить 43 зомбаря. Но использовать холодное оружие у нас здесь не получится. Нет, можно, конечно, попытаться. Но я думаю, что мы здесь быстрее загнемся тогда. Давайте хотя бы выполним так на 2 звезды. Фиг с ним. И то, если мы успеем. Так, 33 зомби осталось. Ёлки-палки, вам не кажется, что эти олухи лезут со всех сторон? Ребята, мне, конечно, очень кажется. Да ё-моё, да что опять наведение? Да не могу, прям бесит, а. Почему нельзя прицел, блин, установить, как вам сказать, вот я мышкой куда направляю, туда и прицел. Почему мне обязательно нужно водить вот так вот все время? А? Кто мне скажет? Никто, правильно. Я сам не знаю. 20 зомбарей, время у нас 50 секунд. В принципе, есть возможность еще. И отсюда. Куда ты лезешь, а? Так, ДНК это хорошо. Бегун. Так, подожди, подожди. Ну вот видите, вот опять тупит. Так, они со всех сторон уже ползут, я смотрю. Там уже и сзади, и сбоку, тут еще и спереди. Воу-воу-воу, куда идешь-то? Чекист, блин. Давай, иди отсюда. Так, пошла вон. Тоже валил. У меня, кстати, удара нету, да, ребята? Да, нет удара кунг-фу. Но зато, как понимаете, у меня есть адреналин, который, в принципе, мне здесь и поможет. Кстати, можно было бы, да, ребят, только сейчас до меня дошло, можно было сделать адреналин, взять там агав и рубить. Ну, единственное, что нужно было это делать тогда, когда очень много зомбарей. Все, отлично. Здесь у нас пройдено. Ну, по крайней мере, 2 звезды будут точно у нас. На третью мы не заработали, к сожалению. Так, золотые сундуки. Да, как я вам говорил. Ну, сколько у нас по деньгам получится? 1080. Ладно, фиг с ним. Мы получаем, естественно, карточку. Что тут у нас? Ну, как обычно. Золото. И 61-я миссия у нас. Так что, ребят, давайте сразу же к ней и приступим. Переключаемся на снайперку, я так понимаю. И поехали. Видимо, сейчас будем со снайперки бомбить. Пора заняться разведкой, Рэй. Нет, ребята, нифига не снайперку мне. Ха-ха. Просто будем из автомата шмалять. Зачем тогда дают снайперскую винтовку, если у нас вот такая вот миссия на прохождение? Тоже не могу немножко врубиться. Так, черт подери, тут дофига, ребят. Ага, у нас вот, собираем припасы. Куда бежишь? Хорошо, эти ящики, 39 штук. Да ладно тебе, еще лезет тут, а? По заданиям-то все понятно, ребят, да? Завершить не меньше, чем со 105 здоровья. Это как-то мы сделаем с вами. А вот как убить взрывчаткой 8 зомбарей, вот это для меня, конечно, проблема. Потому что я не вижу здесь ящиков, так скажем.
Ё-моё, сколько их здесь накопилось. Надо сматываться отсюда. Ездим в безопасное место. Ага, вот тупичок, вроде бы нормально. Давайте здесь встанем и будем отстреливаться от этих олухов. Шикарно. Так, погоди, погоди, погоди. И ты-то откуда? Блин. Прут со всех щелей, как всегда. Неугомонные зомби, блин. И управление, опять же, подводит меня. Вот так вот. 21 коробка осталась, ребята. Это у нас якобы данные из дронов. Но выбиваем мы их с зомби. Странно немножко. Так, отлично, пока все хорошо. 18 коробочек осталось собрать. Будем вот так вот с вами бегать, наверное, да? Туда-сюда. И я думаю, что мы с вами справимся с этим заданием. Но опять же, не на 3 звезды. Почему-то мне подсказывает это дело. Пойди сюда, олухи. Готов. Ну куда ты там разогнался, тощий? Вот. Жирненькие поперли. Сколько? 6 коробок всего осталось. Ну, я вижу, уже здесь 2 у нас лежит. 3. Осталось только 3 ящика выбить. Оу. По-моему, ребята, все. Можно идти и собирать смело. Ладно, как говорится, была не была. Я иду со двора. Ну, давайте вот этот последний шпокнем. Все. Превосходно. Вот кто бы сомневался. Да, ребята, одно задание у нас не выполнено. Слушайте, а мы со 105 за руль это прошли с вами? Я что-то как-то не успел посмотреть. Раз, два, да, все хорошо. 8 зомбарей мы не взорвали. Именно взрывчаткой. Так, давайте мне карточку. Оу, комплект ракет, это хорошо. Так, 62-я миссия, ребята. Ну, тут, видимо, на... А, давайте-ка вначале улучшим нашего рейнджера. Давай мне 1 балл. И потратим мы его... Да-да, конечно же, ребята. Увеличение урона по особым зомби. Больше пока нечего здесь сделать. Так, переключаемся. Ага. Ладно. С мелкой дистанции убить нам нужно определенное количество зомбарей, чтобы получить звезду. Не спи, Рэй, зомби наступают. Пока я вижу, что они тут кого-то жрут. Ух ты. Нет, только не говорите... По-моему, ребят, я догадался. Да, видимо, так оно и будет. Мы с вами в тупике. И со всех щелей сейчас будут идти зомбари. То есть и спереди, и сзади. Как вы знаете, преграда для них это не помеха. Они через нее довольно хорошо перелазят. Да иди ты отсюда, растопырила она руки мне. Отлично, пока все хорошо. Ага, 35 зомбарей нам нужно подбить. В принципе, ничего сложного в этом нету. Причем они тупорылые, сами лезут к нам. Нам нужно только защищаться. Блин, вот ту бочку бы было бы неплохо взорвать. Но я думаю, что я до нее не дотянусь. Так, ну-ка давай про... Видишь? Эть, не достаю, к сожалению. Воу-воу-воу-воу! Нифига вы подкрались очень быстро. Мы так не играем и не договаривались. Иди отсюда, толстая баба. Вот так вот. Так, интересно, а будут здесь какие-нибудь новые виды зомбарей? Ну, помимо вот этих вот ходоков, бегунов, толстяков, чуваков с палками. Ну, более ужасные какие-нибудь. Ну, я не имею в виду, конечно, боссов. Ну, клилоида там всяких, мясников. Отлично, шикарно получилось. Ребят, 5 зомбарей осталось подбить. И, возможно, мы с вами пройдем на 3 звезды. Мне осталось только здоровье себе сэкономить. Да ё-моё, вот так вот. Последнего бомкнем сейчас. Шикарно, превосходно, да, ребята. Мы получаем с вами 3 звезды. Ух, а значит, мы получаем больше денег. Деньги мне нужны, насколько вы знаете, для того, чтобы я мог прапывать свое оружие. Оно довольно стоит дорого, все это дело. Так, ну, 1,5 штучки, ну, как обычно. Хорошо. Получаем с вами что там, деньги. Точнее, это золото. Сколько дадут? Ну, как обычно, 30-ка и 63-я миссия. Довольно быстро и легко мы с вами проходим. Слушайте, тут СВДшка у нас какая-то. Ага, снайперская винтовочка. Отлично, вот такие миссии я люблю, в принципе. Собери свои вещи и прикрой Лиама. А вот это было зря сделано. Дурило, блин, зачем я потратил?
Так, нормуль. Эй! Тихо, блин! Ну все. Уже минус звезда, ребят. Потому что у Лиама должно быть полностью здоровье восстановлено. А его эта гнида только что задела. Пипец. Почему так быстро она выбежала? Так, вот смотри, смотри, смотри. Не, ну тут я успел, нормально. Тю, зашибись. Вот так бы они шли бы спереди бы. И все было бы хорошо, ребят. Так, ну что, еще пару конечностей нужно оторвать. Точнее, 4 штуки. И у нас будет еще одна звезда в запасе. Так, давай-давай. А смотрите-ка, у Лиама постепенно здоровится-то, восстанавливается. Это очень даже хорошо. Все, ребята, оно полностью у него восстановилось. Осталось только, блин, не допустить того, чтобы они сейчас его ударили. Да ё-моё, ну какого лешего, Лиам, блин. Фу, повезло. Куда? Я уж думал, куда он там побежал. Неужели прошли на 3 звезды, а? Нет, блин, про конечности забыл. Ай, вот незадача. Вот тупанул, а. Да, ребят. Я просто за этого Ляма так переживал, что забыл, что нужно конечности отрубать, блин. Ладно, фиг с ним. Поехали дальше. Что у нас там за карточка? Ага, опять золотишко, 30 штук. Ну да. Кто бы сомневался. И 64-я миссия. Кстати, здесь можно еще сейчас будет почитать. Давайте-ка посмотрим. Рутина. Я начинаю свой день с душа, толчка и бритвы. Заранее никак не узнаешь, что несет тебе день грядущий. Суть в том, что я, например, не мог предсказать, что сегодня буду трусой перемещаться через дерьмо, к какому готовиться нереально. 1200 зарабатываем. Так. Ну что, наверное, ребята, мы... Может быть, пулемет взять? Так, давайте возьмем вот этот пулеметик и пистолетик. Ну, это уже так. Для проформы. На самом деле... Так, тихо. У вас вышло. Отверстия взорваны. Сперва подумай, потом говори, Скай. Пока не пророют новые дыры, мы в безопасности. Так, уходите, пока путь чист. Принято, мэм. Лиам, давай валить отсюда. Опять я буду с этим Лиамом бегать. Ё-моё, вот досталось мне... Ну, естественно, огромная орда, ребята, убить их всех. Вот досталось мне задание, а. Ну, я надеюсь, этот олух будет помогать мне. Так, 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 что с бочкой? Вот так вот. В голову, значит, 10 раз нужно выстрелить, да? Хорошо, oh, yeah. Будем пытаться. Что-то нифига мне пока не получается. А не слишком ли много здесь братюль-то у нас собралось, а? Ты посмотри. Так, отлично. Не, Лиам на этот раз все нормально себя ведет, как нужно. Да ладно, еще и сзади прут, что ли? Точно, ребят. Ага, задание у нас. 30 зомбарей уничтожить здесь на точке. Хорошо, что мне не нужно следить за здоровьем этого Лиама. Убито 14, да? Ага, малой дистанции, понятно. А в голову я до сих пор, ребят, ни одного задания, точнее, ни одного зомбаря не убил. Ну, зато мы прикалываемся. Тихо, блин. Есть, один в чане получил. Так, 16 зомби. Где они? Где? Вот, вот. Блин, Лиам, ты мне просто-напросто не даешь сделать задание. Ты всех со своего дробовика сносишь. Ну, давай в чайник, ё-моё. Ребят, я не знаю, в чем дело. Вроде бы попадая в голову, но мне не идет зачет. Так, вот. 3. Да вы подкрались так близко. 4. Не успеем. Да, к сожалению, не успели. Лиам, ты за главного. Следуй за ним, Рэй. Зашибись. Его еще и... А, нет, все, прошли. Его еще и главным сделали. Блин. Ну ладно, 2 звезды наши, по крайней мере. Так, давайте. Хочу, ребята, зайти на 5-ю главу. В принципе, наверное, вы тоже этого хотите. Так что будем сегодня играть именно до этого места. Так, что нам тут дают? Золотишко? Ну, естественно, ё-моё. Можно даже не спрашивать. Так, 65-я миссия, черепок. А я забыл, что задание означает с черепком. Завершить за минуту 20. Может быть, со снайперки будем шмалять? Смотри в оба и защищай Ляма, пока он взломает дверь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо! Братюня! Так, ребята, что-то нифига этот... А, нет, все, пошло дело.
Блин, тут еще второй. Так, ребята, адреналин кончился. Пора ракеты пускать. Ух, черт, опять этот знак. Защити Ляма. Ребят, я теперь понял, что означает миссия с черепком. Так, что это за урод? Осторожней, Рэй, этот здоровяк разозлился. Ох, его и ракеты не берут. Так, 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 опа. Финка под сраку получил. Стоит там, раскаляет. Ё-моё, а чего такой здоровый-то? Он, ребята, в разы больше, чем только что два этих олуха было. Тихо, тихо, не надо. Ух, повезло. Иди ты-то тут еще лезешь, блин. Так, ребята, у меня ничего нет. Адреналина нет, этого нет, блин. Вот придется вот так вот как-то увиливать. Оп, хорошо, что он по мне не попал. Тупой зомбарь, если честно. Вы сами это поняли, наверное, уже. Отлично. Ну, миссия пройдена или нет? Этот сидит там, спрятался, блин. Гуманоид хренов. Ай, лям-лям. Ну что, зато три звезды наши. Блин, я за эти звезды трясусь, как не знаю за что. По большому счету, пофиг было бы, да? Иди себе, вали зомбарей, ни на что не отвлекайся. Нет же, блин, помешался на этих заданиях. Ладно, хорошо. Оу, да, у нас сейчас... Черт, всякий раз зомби тут как тут. Из штаба ничего. Кажется, поиск данных заблокирован, но нас все равно кто-то отслеживает. Явно не штаб. Как там этот имплант? Помочь в состоянии? Бесполезен. Верните мне деньги. Ребята, мне вот что интересно. Если нас отслеживает не штаб, то кто и зачем? Ну, меня это не интересует, ребята. Мы с вами получаем легендарный сундук. Виповский, естественно. Ну, и что у нас тут будет? Эй-эй-эй, подождите. Вот так вот. Я уже думал, забыли про сундучок-то. Ну, ладно вам, блин, зеленые. Так, ладно. Автомат какой-то дали. Помощник шерифа редкая и мясник, опять же, редкая. Блин, а почему фиолетовые не дали карточки? Ё-моё. Давайте читканем. О-о-о, подожди. Берсерк, ты в своем уме, парень? Так, это только мне кажется, или эти штуки растут? Она напала на меня, как дикий зверь, будто он тасманский дьявол из того старого мультика. Вот только у меня не было Бакс Банни, чтобы остановить его. Хм, действительно, растут. Ну что же, входим, ребята, с вами в пятую зону. Тут у нас должны открыться новые плюшки всякие в дальнейшем. Прибыль увеличена, это хорошо, а вот и плюшки. Надо только их добыть. Этот генерал переполошил штаб. Ну и что? Почему это? Только что в эпицентре объявлено военное положение. А что с людьми, оставшимися там? Поэтому ты и здесь. Будь моим героем, Рэй. Хорошо, как скажешь, мадам. Будем показывать из себя героя, точнее, изображать, блин. 66-я миссия. Пулеметы. Новое достижение. Что такое? И где? Обманывайте опять. А, видимо, ребят, мы просто получили новое достижение. Все, ясно. Так, что такое? Блин, по мощности не проходит. 16500 на улучшение. Охереть, ребята. А у меня нет столько денежек-то. Что будем делать? А нас вообще впустят на миссию-то на эту или нет? Блин, тут еще обойму нужно купить. Ладно, давайте возьмем ракеты. Да, я думаю, что полный комплект возьмем. Также возьмем адреналинчика. Я думаю, тоже полный комплект. Ну и до кучи тогда аптечки возьмем, фиксим. Надо же нам куда-то хотя бы тратить это золото, блин. Все, отлично, мы полностью с вами укомплектованы. Ну а насчет пулемета, ребят, я даже не знаю. Придется, наверное, идти именно с таким. Большего у нас ничего нету. Раскачать не получится. По деньгам просто-напросто. Нет, можно, конечно, проходить предыдущие миссии, копить деньги, потом улучшить. Но зачем? Если здесь пулемет, и мы будем просто убивать зомбарей, я думаю, прокатит. Время для героев, Рэй. Доведи выживших до склада. Так, выживших. Ага, вижу дамочку. Да ну, ребят, нормально и так все. Смотрите, пулемет дает о себе знать. Также чикает этих зомбарей. Воу-воу-воу, тихо, тихо-тихо. Не надо, не надо тут девочку эту обижать, пожалуйста. Причем здоровье у нее должно быть полное. Только в этом случае мне дадут звезду.
Ну и то, что радует, у нее, по крайней мере, есть пистолетик. Да, какой-никакой, но, по крайней мере, она может защищаться. Худо да бедно. Так, тихо. Вот то, что они тут со всех сторон прут, это меня, конечно, не устраивает. Не дай бог, блин, вот я так и думал, что... Фух, успел. Успел, ребята, перезарядиться вовремя как раз. То есть нам повезло. Так, подождите, а сколько я зомбарей-то должен тут грохнуть? Ага, 45. Так, девочка, ты куда пошла? Постой меня. Постой меня, блин. Все ляпал. Подожди, говорю. Ну вот, опять эти олухи лезут. Ну, я смотрю, там бочонок вроде, да, с горючкой. А ну-ка, давай бумкнем. Ха-ха. Тихо. Блин, да... Да ё-моё, ты посмотри, что происходит. Какого лешего тут шериф вышел? Оу. Да я пытаюсь, родная, пытаюсь, но... Вот, я его все-таки убил. Да... Но он покоцал у меня девочку. Маленько. Чёртова перезарядка. Я теперь понял, ребят, для чего нужно было здесь мощное оружие. Для того, чтобы вот так вот не тупить. А это еще кто там? Ха-ха. Еще один братюня там сидел, оказывается, у нас. Ладно, хорошо. Только не говорите, что я теперь должен буду их двоих тут сопровождать. Оу, я даже три звезды, даже две не получил, ребят, потому что 45 зомбарей не уничтожил. Вот я олух. Но зато опыт дают. Сколько? 1500. Давайте мне 18 ранг. Да. Ну, показывайте. Та-да-да-дан-та-дам. 18 ранг, 60 золотых и 4... Так, подожди, рейнджера. Ну, конечно же, будем улучшать, ребят. Так, один балл получили. И... Так, во! Давайте-ка вот это, наверное, мы с вами изучим. Пускай они у нас восполняют здоровье, да, через какое-то определенное количество времени. Это нам, думаю, в дальнейшем пригодится. Остальное, видите, не настолько эффективно. Гранаты улучшать, это все как-нибудь потом. Я думаю, что вот это вот будет все-таки в приоритете у нас. Так, хорошо. Ага, достижение. О, карточку дали. И что в ней? 130 голды. Неплохо. Так, дайте мне теперь почитать, в конце концов. Тихая жизнь пригорода. Ах, тишина. Белые заборчики, разбрызгиватели, работающие летом. Армия мертвецов, желающая съесть тебя во время домашнего пикника. Как же хорошо, что ввели военное положение, и мы помогаем эвакуировать гражданских. Вот тебе и тихая жизнь. Ха-ха. 2000 баксов получаем. Ох, сундучок у нас здесь, оказывается, уже накопился. А ну-ка, что он нам даст? Чем порадует папочку? Набор оружия, отлично. Так, томагавк и бегун. Ладно, ребят, меня это устраивает вполне. Ну, а мы приступаем с вами к 67-й миссии. И мне дают миниганы, гатлинги. Ху-ху! Ребятушки, 5000 мощей у этих пушечек, так что... Рэй, зачисти зону склада. Проще простого. С такими пушками я зачищу все, что захотите. Любого босса мне давайте, хоть кого. Просто пущу всех на фарш. Смотрите, ребята, а рядом тут тачка стоит какая-то. Эй, здорово, олух. Ныкается он там. Так, ребят, подождите, что-то тут нечисто. Я думаю, что не все так просто будет. Я смотрю, там щелей-то поползли упыри. И, наверное, будет это... Нет, здесь вроде бы нормально. Так, хорошо, зачистка идет своим ходом. В голову нужно, да? 15 зомбарей уничтожить. Да, с этого гатлинга ты, по-моему, хрен что уничтожишь. Ну, если так, навскидку бросать, конечно. А время-то идет, ребятушки, идет у меня. 30 секундочек осталось. Надо попытаться как-то это все сделать. Так, тут у нас еще ДНК выпало, это хорошо, в принципе. Но подбирать нам не обязательно, потому что по истечению времени... Ломанулся, да? Недоглядушки, перепрятушки, как говорится. Ну что, двоих зомбарей еще в голову-то с вами победим. Эй, что тупит? Что тупит? Почему не идет, блин? Ну, последний, где? Все, отлично, 8 секунд, да давайте вы! Есть! Фух, уложился тютелька в тютельку, ребята, поэтому 3 звезды мне дадут обязательно. Действительно, я уже как чеканулся на этих звездах, блин.
Ну, оу, 2400. Как говорится, шанс увеличен у нас. Получаем двойная, как там, двойной шанс? А, второй шанс. И 68-я миссия у нас на кону. Тут опять какие-то ящики. Воу. Да, тут придется нам, ребята, попотеть, чтобы пройти до шестой зоны. Давайте-ка мы с вами еще посмотрим как раз, что у нас за арсенал здесь новенький появился. Я вот давно этого хотел сделать. Так, это у нас что? Это Сайга, по ходу дела, да? Это СВС М24. Блин, где же взять вот эти вот эпические-то, елки-палки? Показать скин к сундуку. Неужели только из сундуков, а, ребят? Нифига, да? Прикольная пуха. Вау. Саперская лопатка. Обалдеть, 1150 мощей у нее. Ну что, давайте, наверное, с вами что-нибудь такое эдакое вытворим, да? Так, ну здесь мы просто забрали. Зомби пока атакуют, ничего хорошего не произошло. Так, спецзадание. Блин, мне бы хотя бы 7 звезд получить. И тогда сундучок был бы у меня в кармане. Поехали, давайте посмотрим вообще, что здесь у нас. Что за спецзадание нам дадут? Защитить свою позицию. Ну, вот это я люблю, ребят. Вот, обожаю защищать свои позиции. То есть, никуда не надо бегать, просто вот тут. О! Вы посмотрите, а? Как вам эта пушечка? Хе-хе! Блин, боекомплект очень маленький, но шмаляет она. Тихо, ты куда крадешься? Довольно нехило. Блин, а мне нравится. Магазин, конечно, маловат будет. Эй, хотел в чай. Эй, да что такое? Вот так. Подожди-ка, подожди-ка. Только не говори, что там вышел босс. А он вышел, по-моему. Где орёт-то? Где он орёт? Кто там у нас? Ага, чувак с миной. В животе. Ладно, блин. Так, пора сместиться маленько. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да взорвется он там в конце-то концов, блин. Оу! Да, ребята, добаловался я. Хорошо, что у меня был все-таки этот второй шанс, а? Ха-ха. Блин, все, конечно, понимаю. Ствол хороший, но видите, как вышло. Потерял одну жизнь. Да иди ты отсюда, я достал уже. Блин, со всех щелей. Где они там? Уже где-то сзади. Ну, мне нравится, ребята, эта пуха. Нравится. Так. Вау. Кольт. Мой любимый кольт. Сколько дадут мне звезд? А, какие звезды? Тут же нет, ребят. Все, звездец, заигрался называется. Тут же никаких звезд нету. Тут просто я выполнял. А, нет, есть. Все, пора, ребята, делать перерыв, наверное, да? Что-то я, по-моему, заигрался, уже весь начал путаться. Но 5 звезд все-таки своих получил. Еще 2 звезды, и у нас будет первый сундук открыт. Ух. Так что, ребят, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы, естественно, обязательно с вами встретимся в следующей серии. Продолжать будем проходить эту игру. Так что, всем пока, всем удачи и до скорых новых встреч. Удачи вам, ребят.